Среди вопросов повестки дня заседания постоянных депутатских комиссий 16 декабря особое внимание было уделено теме городского бюджета. Депутатами был заслушан проект решения о бюджете муниципального образования города Десногорск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. По данному проекту бюджета Департаментом бюджета и финансов Смоленской области было получено положительное заключение. Данный проект был рассмотрен на публичных слушаниях 14 декабря, и рекомендациями публичных слушаний были одобрить данный проект. Большая часть бюджета предусмотрена на сферу образования. При этом, по мнению некоторых депутатов, эти расходы могли бы быть дополнены. Речь идет о детях, которые ездят в школу из отдаленных районов города. Проездные билеты им приходится покупать за свой счет. Они ездят за свой счет, стоимость билета стоит 25 рублей в одну сторону. Так вот оно тяжелым бременем ложится на родителей. И поэтому я и прошу финансового управления, комитет по образованию рассмотреть, продумать этот вопрос. Также депутатскими комиссиями были рассмотрены изменения в бюджет текущего года. Общие доходы предлагаются к утверждению в сумме 689,6 миллиона рублей с увеличением на 3,2 миллиона рублей, которые поступили за счет безвозмездных поступлений. Были скорректированы муниципальные программы. Наибольшие расходы направлены на развитие дорожно-транспортного комплекса. Предлагается с увеличением на 13 миллионов. Это в связи с поступлением безвозмездных доходов от юридических лиц на изыскание и проектирование строительства автомобильной дороги общего пользования 8-9 микрорайона. Рассмотренные вопросы были вынесены комиссиями на предстоящую депутатскую сессию с рекомендациями принять.